начнем, пожалуй, благословясь, да? Начнем, пожалуй, благословясь. Все у нас устроились. Как мы сегодня тесненько сидим. Но, честно говоря, мне нравится, что мы тесненько сидим. Когда начнем танцевать, у нас будут места свободные. А пока вот мы устроились, как говорится, забили места. Всем, по-моему, хватило, да, никто не стоит. Все замечательно. Когда я разговариваю с Ольгой по телефону, говорю, вы знаете, вот у меня столько-то это самое, а сколько мест у вас в зале? Мне Женя говорит, толпа, но у нас 70 стульев. Думаю, боже мой, я могу выходить пригласить 70 человек? Но вот сегодня я пригласила 50 человек, а здесь у нас будут гости. Потом я вам скажу об этом. Итак, можно потише музыку. Вот все творцы, которые вы сегодня видели, гуляли, на фотографиях видели, смотрели, они построены в стиле ампира. Но мы для себя дресс-код выбрали романтизм. Мне показалось, что мы свой романтизм еще более можем украсить эти дворцы. Мундиры и фраки таинственно страстные, ампира высокий накал, предчувствие бала. Как это прекрасно! С него начинается бал. Ах, дамы! Как впред вам не сдаться, и нет восхищению конца, и чаров, и мистики, танца распахнуты наши сердца. Надо было опять что-то слова мужчины. Пусть схлынут дневные заботы, заблещет улыбками зал. Встречайте высокие своды, наш сказочный ольгинский бал. Обойдемся без полонеза. У нас сегодня очень семейный бал, буквально в смысле, просто семейный, потому что мы отмечаем, что день любви, семьи и верности. Прям тут все срослось так, что, бал у нас очень семейный. Мы начнем его не с полонеза, а с простого фигурного вальса. Друзья, если будет уж очень тесно, тогда